Так, встречаем бойца в синем углу. Весовая категория 75 килограмм, росту 75 сантиметров. Уроженец Орской области. Чемпион ММА и чемпион по боевому самбо Кыргызской республики. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Команда УВД ОШ. Тренер Нуранов Нурлан. Встречаем Алимбайулу Бурхан! Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале НТС Спорт продолжается серия трансляций турнира Wave Selection 14 из поселка Акжар. И сегодня мы с вами понаблюдаем за 11 противостояниями в третьей части данного турнира. Ну и, собственно, первый бой Алимбайулу Бурхан против таджикского бойца Фархадзады Бехруза. Оба бойца в категории до 75 килограмм. Рост Алимбайулу Бурхана. Итак, внимание, боковые судьи. Бойцу синего угла минус 1 балл за перевес. Ну вот, собственно, вы все сами слышали. Алимбайулу Бурхан получил минус 1 балл за перевес. Видимо, не вошел в весовую категорию. Здесь сразу же с первых минут Бурхан берет инициативу в свои руки. Неплохой мидл-кик с его стороны прошел. И несмотря на то, что таджикский боец также настроен довольно агрессивно, Бурхан смотрится куда более уверенней. Ну, посмотрим. Догоняет в красный угол Бурхан своего оппонента. Но атаку пока не предпринял. Здесь неплохо на встречке поймал, но оба бойца подскользнулись. Да, в тот день в Акжар шел дождь, и это уже ночные бои. И настил в октагоне буквально как лед скользит. Здесь пошел размен ударами. Бурхан падает после этого размена на настил. И это победа Фархадзады Бехруза. Неожиданно таджикский боец победил в этом размене. Давайте посмотрим на повторе. Вот два удара, один в челюсти. И Бурхан буквально рухнул. Рухнул на пол, сам от себя не ожидал, я думаю, такого исхода. Но что случилось, то случилось, и ничего с этим не поделаешь. Вот действительно, вот этот третий удар пришелся прямо в челюсть. И затем уже Бехруз Фархадзада пошел добивать. Но здесь, конечно, судья вмешался и остановил это противостояние. Вот так открывается третий выпуск турнира Wave Selection 14. Видим, что Бурхан Алимбайулу недоволен тем, как техническим нокаутом победу одержал Фархадзада Бехруз. Да, техническим нокаутом победа уходит таджикскому бойцу. Ну и ждем.